Готовим банановый кекс. Берем 2 измельченных банана, добавляем 2 яйца, 100 мл кефира, хорошо перемешиваем, добавляем овсяные хлопья, цилиндрированную муку и разрыхлитель. Еще раз все хорошо перемешиваем и вливаем готовое тесто в форму. Форму я накрыла пергаментной бумагой. Выпекаем 30-35 минут. Кекс готов. Всем приятного аппетита! С вами была Дания. Every day, what it seems, turning into love song.